Добрый день, дорогие друзья, с вами Максим Джабали. И сегодня совершенно особенный день. Вы можете меня поздравить, я его, честно говоря, долго ждал этого дня, когда я смогу записать видео. Сегодня меня впервые пригласили вступить в МММ. Я просто невероятно счастлив. Это действительно особенный день, особенно потому, что меня пригласили вступить в МММ не просто какой-нибудь там лох ВКонтакте, рассылка. Меня пригласил человек, которого я знал. И самое главное, он пригласил меня лично, потому что в Таиланде королевство, в Таиландском королевстве вот МММ расширяется, и нужны креативные молодые лидеры. Так вот, я бы хотел рассказать, почему я лучше умру, и меня растерзают тигры, чем я вступлю в МММ. Похоже, видео у меня есть про MLM уже. Я знаю, что оно многим понравилось и вызвало кучу резонанса. Вот сейчас расскажу про МММ. Сразу в ответ всем МММщикам, я никогда не буду вступать в МММ не потому, что там деньги не выплачивают. Мне откровенно насрать вообще, выплачивают там деньги или нет. Понимаете, единственная вещь, которая отличает МММ от другого, от другой там финансовой пирамиды, это там Мавроди с его системой. И отлично, мне очень нравится его система, идеология и так далее. Единственная вещь, по которой я, опять же, ну вот, скорее умру, чем вступлю в МММ, это то, что я против человеческого безделья. Я против, когда люди там один раз что-то вложили, а потом ни хрена с этим не делают. То есть это неплохо, когда это инвестиция, там человек уже состоятельный, но в таких случаях он обычно там в другие места вкладывает деньги. А в случае с МММ, люди, у которых практически ничего нет, или есть очень мало, или есть там, ну, средняя какая-нибудь зарплата, они идут вкладываться в МММ, в расчете на то, что им не придется работать, а деньги будут капать просто так. Так вот это, ребят, полное говно вообще. И человек, который не хочет работать, он настолько близко видеть, да, у него прям близорукость, у него нет видения, что мне с такими людьми просто не по пути. Все дело в том, что в МММ люди просто вот бесятся от того, что не надо ничего делать, а деньги капают с потолка. И это действительно человеческая природа. То есть сделать так, чтобы тебе вечно был какой-то пассивный доход, а ты для этого ничего не делал. Я не верю в то, что по законам энергии в пространстве может тебе что-то приходить просто так, да, деньги. Я считаю, что за это еще кармически потом придется рассчитываться. Ну, об этом на более высоких уровнях космолайфа. Но в целом, если вы хотите бездельничать, и ничего не делать, если вы не нашли того дела, где вы с удовольствием раскрывали бы потенциал, идите в МММ. Если же вы чувствуете, что у вас есть мощный очень потенциал, и вам есть куда его девать, потому что МММ не заботится о том, чтобы раскрыть потенциал человека, да? В таком случае пользуйтесь системой Космолайф. Мы никого не афишируем вступать, не надо приводить своих друзей, не надо отдавать никакие вклады. Вы сами почувствуете себе, на себе результаты точно так же, как это сделало уже сотни людей. С вами был Максим Джабали и повесть небольшая про то, почему я лучше умру, чем вступлю в МММ. До встречи!